Привет, чуваки. С вами говно 007. Да-да, не удивляйтесь. С вами говно. И сегодня к этому ролику я очень тщательно подготовился. Написал вот на этом листочке бумаги то, что мне сегодня навеяло. Итак, не будем терять время. Поехали. Здесь у меня два основных вопроса, которые я до вас сейчас донесу. Потому что на моем последнем ролике, я смотрю, у вас бурные дискуссии идут, да? Кто прав, кто виноват. Так вы послушайте меня, говно 007. Может быть, даже в последний раз слушаете меня. Да-да, не удивляйтесь. Почему я просил деньги? Итак, зачитываю то, что я написал собственноручно. Это был эксперимент, а также интерес с моей стороны, во сколько вы цените мое искусство. Многие пользователи моего аккаунта долгое время утверждали, что если мой канал будет платный, то никто его смотреть не будет. Или будут смотреть единицы. И вот я решился на этот шаг и попросил денег на развитие канала. Причем объяснил, что дело это добровольное. В результате чего я в течение нескольких дней собрал от подписчиков, которые ценят мое искусство, ну, не буду называть сумму, но собрал энное количество долларов. Всего за два дня пришла, в принципе, неплохая сумма, в принципе, пришла на PayPal. А деньги, которые приходили на мой WebMoney, были заблокированы на следующий день человеком, который является пользователем моего аккаунта. То есть пользователь моего аккаунта меня же и заблокировал на WebMoney. Так сказать, человек, который постоянно смотрит мой канал и в то же время любым способом гадит мне, и как позже я узнал, и другим людям тоже. Ну, я не буду вдаваться в подробности, там длинная история. Если вы почитаете в последнем ролике комментарии, вы поймете, о ком я говорю, и все, кому он еще гадил, и чем он вообще занимается, этот человек. Жалобы в администрацию Ютуба на меня, похоже, тоже его рук дело. Я так думаю, что он тоже жаловался на меня, и это он пытается постоянно закрыть мой канал. Я пока не знаю, но узнаю это. Что особо меня поразило, так это его энтузиазм. Ведь на все эти забаны и жалобы человек потратил много времени. И, как сказал бы Симонов, много негативной энергии. По всей видимости, человек этот болен. И болен серьезно. Нормальные люди в таких случаях либо отписываются и прекращают смотреть такие каналы, как мой никчемный каналишка, либо вообще не изъявляют желания тратить время на этот шлак. Но, по всей видимости, именно мой канал, никчемный, плохой канал, и оказался отдушиной для этого душевного больного. И таких на моем канале много. Да-да, не удивляйтесь, таких на моем канале много. И каждую неделю, а может каждый месяц, я примерно отслеживаю таких 2-3 человека. И все вы это знаете, а многих даже знаете очень хорошо, по никам. Его жалобы и бан моих WebMoney, естественно, не нанесли урон моей финансовой независимости. Понимаете, я от этого беднее не стану, от того, что мне забанил мои WebMoney с вашими переводами денег. Там не миллионы пришли. Точка на этом. Вопрос номер два, который я написал, значит. Из этого всего я сделал один вывод. Мой канал, если я захочу, его все равно буду смотреть за деньги. Потому что я уникальный человек.
И я стою $1 в месяц. Качество роликов, количество и тематику можно увеличить в разы. Но только для этого тогда. Но только тогда, когда это будет делаться на профессиональной основе. На сегодняшний день, насколько я знаю, а может быть я ошибаюсь, такие каналы практикуются в Америке. Теперь внимание. При первой возможности создания такого канала, платного канала, я это сделаю. И раз и навсегда, вот сейчас самое внимательное слушайте, и раз и навсегда избавлюсь от больных пользователей моего аккаунта. Ну, я надеюсь, я нормально изъяснился, да? В ближайшее время роликов не будет. Хотя нет, может будет в ближайшее время еще один ролик с пояснениями, почему все-таки люди смотрят мой говёный канал. Я знаю точно, почему люди смотрят мой говёный канал. И я вас уверяю, даже когда мой канал говёный пропадет, хотя нет, давайте я вам сейчас объясню, уже без бумажки, почему люди смотрят мой говёный канал. Ну, вы, наверное, все считаете меня придурком, грузчиком и человеком недалеко мыслящим. И как Channel Good сегодня написал, что мои фантазии, они уже иссякли. Я уперся в потолок, мне больше нечего сказать. Поэтому все свои ролики я баню и записываю по-новому, только немножко в другом амплуа. Нет, мистер Гуд, это не так. Я могу просто тупо ходить и снимать Швецию вам, все что угодно, в принципе. И это будет интересно. Плюс Юлечка уже умеет монтировать. Ну, приблизительно можно делать такие ролики, как... Я делал в лунопарке, да, такие ролики можно реально делать. Ну, если не раз в неделю, то раз в месяц. Я же делаю ролики каждый день, поэтому не странно, ничего странного нету, что как бы не все ролики удаются. Так, ну ладно, я удалился немножко от темы. Почему все-таки вы все смотрите мой говёный канал? Я вам сейчас объясню с точки зрения... психология. Вы смотрите мой канал даже не потому, что он хороший или плохой. Вы смотрите мой канал, потому что вам нужно просто куда-то слить свои эмоции. Если не будет моего канала, вы сольете на другой канал эмоции. Но так сложилась судьба. Я как уже неоднократно говорил, есть такое понятие «судьба». Вас судьба занесла на мой канал, на мой, самый лучший канал у Антони Сноу. Вас судьба занесла на канал лучшего блогера. И здесь вы можете сливать свою желчь на моем канале. Я же для вас являюсь подпиткой, ну, грубо говоря, я батарея, вы питаетесь от моей батареи. Точно так же, как я питаюсь и от вас. Вы мне пишете комменты, у меня навеивает новые идеи. И, значит, я батарея, выпускаю новый ролик, и вы от этого ролика подпитываетесь. Кто-то его смотрит, просто слушает. Кому-то ролики нравятся, кому-то не нравятся. Но кому они не нравятся, сливают свою желчь. Кому они нравятся, пишут свои комментарии. А есть еще такие люди, которые просто смотрят молча, ничего не пишут. Ну, смотрит. Вот нравлюсь я людям, понимаете, нравлюсь. Кому-то нравится, как я поднимаю гирю, кому-то это не нравится. Кому-то нравится лунопарк, кому-то нравится, как я сижу и жру. Кому-то нравятся мои рассуждения тупого грузчика. Ну, а как я уже сказал, есть и конкретно больные люди, понимаете. Которые банят вебманы, которые я реально не понимаю, нахрена вообще сидеть на канале, нахрена вообще сидеть на канале, который полное для вас говно. Вот реально. У вас что, времени дохрена, что ли? Я не понимаю, я реально не понимаю этого. Вот Channel Good, например, пишет, у Симонова он что-то там смотрит, у меня что-то другое он смотрит, у третьего что-то третье смотрит. Ну, понимаешь, Channel Good, если бы ты смотрел молча, да? Ну и смотрел бы, да?
Но ты же смотришь не молча, ты же смотришь, как я уже говорил, ты свою желчь оставляешь в комментах. Понимаешь? И таких, как ты, много. А меня это начинает уже задалбывать, если честно. Поэтому я и делал эксперимент с деньгами. А вы недальновидные. Вы тупо смотрите, говно решил сорвать джекпот. Неужели вы думаете своими тупыми бошками, что я хотя бы получил бы даже штуку баксов? Да я бы никогда даже штуку баксов не получил в месяц. Никогда. С 8 тысячами подписчиками, из которых половина, наверное, фейковых. Я просто сделал небольшой эксперимент. Да-да, вы сейчас скажете, что это мои отмазки. Но это не отмазки. Деньги, которые я получил, я потрачу на лотерею. Если выиграю, поедем в Черногорию. Но я этот вопрос разрешил. Вы мне часто писали раньше, когда я делал лотерею. Как мы поедем в лотерею, если у нас уже там 2000 подписчиков, 3000 подписчиков. Так вот теперь я официально говорю. Я и тогда говорил, я эту проблему решу. И вот на сегодняшний день эта проблема решена. Да-да, смышленые уже поняли, кто едет в Черногорию. Тот, кто послал бабки. На чьи бабки я покупать буду лотерею? И если я выиграю, то именно эти люди поедут в Черногорию. Так что ты, мистер Гуд, к сожалению, в Черногорию не едешь. А я так надеялся, что ты будешь распределять места, оформлять гостиницы, туристические автобусы. Но иногда мечты сбываются, а иногда нет. Ну ладно, что говорить, миллион-то я еще не выиграл. Вот. Я считаю, это будет самое лучшее решение, куда потратить эти деньги, которые вы мне прислали. Кстати, все, кто прислал мне деньги, с WebMoney, наверное, деньги я не получу. Я их даже хотел с WebMoney перевести Челякову эти деньги, но это, по-моему, не получится. Поэтому я Челякову переведу опять чуть-чуть попозже. Не знаю еще сколько, но переведу ему какую-то сумму еще раз. Через пару месяцев, если вас очень волнует это. А деньги, которые я получил с PayPal, вот эти деньги пойдут на лотерею. Потому что, ну, этих денег не хватит на то, чтобы купить камеру или еще что-то. Да я и не умею с камеры на интернет это все заливать. Я как-то по-простому через iPhone. Поэтому пока вот так. Ну все, чуваки. Поэтому пока роликов не будет, я обещал сделать трем подписчикам три ролика. Эти три ролика я сделаю в ближайшее время. А потом все. Я ухожу в отпуск. И, как многие меня называют, клоуном, да. Поэтому я думаю, ближайшие дни, эти ближайшие летние дни, вам придется найти другого клоуна. Причем вы же сказали, что таких клоунов, ну, много. Ну, так что поищите другого себе клоуна. А еще, в принципе, моя очень большая просьба, это уже просьба. Я не хочу сейчас называть никого плохими словами, у меня просто реально просьба. Ребята, не нравится мой канал? Отпишитесь. Если вы уже отписались и смотрите мой канал, не смотрите. Потому что клоунады больше не будет. И на троллей, как я раньше велся, я вестись не буду. Все. Теперь я буду ролики делать такие, как я хочу. Кстати, насчет гири. Вы думаете, когда я поднимаю гирю, вы меня разводите? Типа, гиря там 65 не весит, поставь на весы. Вы меня не разводите, вы меня мотивируете. Но больше и этого... И этой иллюзии я вам не дам. Я просто буду тупо снимать свои рекорды и выкладывать. Все-таки кому-то это интересно, кто смотрит мой канал. Я собираюсь все-таки 80 килограмм толкнуть 4 раза, как это сделал Котляев. Чтобы еще раз вам доказать, что все люди сделаны из одного и того же теста. И Котляев ничем не лучше меня. Все.